предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – шикарная кастрюля, которая бьет все рекорды продаж всегда, когда появляется на телеканале Шоп-н-Шоу. Сейчас мы представляем ее по самой выгодной цене – 2019 года. Сейчас действует скидка 50%, и с учетом скидки цена 1499 рублей. По статистике, может, вам будет интересно, чтобы вы понимали, что нужно торопиться. За 20 минут презентации продается более 900 таких кастрюль. Успейте заказать. Было 5 цветов на выбор, теперь только 3 цвета. Фиолетовый, зеленый и красный. Вот зеленый и красный самые популярные, их в меньшинстве. Успейте заказать прямо сейчас со скидкой 50%. Слушай, Оля, ну давай разбираться, в чем преимущество этой прекрасной кастрюли. Но для начала начнем с того, что я подготовил. Нет, ты мне отварила макароны, у тебя есть дуршлаг. Пожалуйста, сделай, как ты это делаешь. Хорошая в обычной жизни. Хорошая у тебя фантазия. В обычной жизни я бы сказала, помоги мне, пожалуйста. Не буду помогать, буду просто держать и давай. Ой, боже, это хорошо, вода остыла. А если еще тут кипяточек? Сотников, сразу видно, ты варил макароны, да? Да, друзья мои, это так обычно бывает, происходит в обычной жизни. В чем преимущество нашей уникальной кастрюли? Она имеет цилиндрическую форму, потому что позволяет тебе поместить большие вот такие спагетти. Не надо ломать, этот итальянский вариант. Мне нравится то, что здесь вы получаете в комплекте вот такую прекрасную сетку, которая позволяет тебе мгновенно вызлекать, например, макароны. После этого легко, допустим, раз, выкладываете это в тарелочку и, самое главное, посыпаете, например, овощами, посыпаете сыром и зеленью. Причем самое главное, что они абсолютно не пригорели и вам не приходится брать дополнительно дуршлаг. Мне нравится то, что это уникальная кастрюля, она еще и функциональна. Смотри, Олечка, при помощи этой кастрюли мы можем смело отварить свеклу и извлекать. И самое главное, что сталь 1810 абсолютно никогда не окрашивается, в отличие от других металлов. Мне нравится то, что здесь можно отварить смело, например, компот, и все сухофрукты остаются внутри. Можно отварить большое количество, например, сосисок, яиц и так далее. Картошки, морковки для холодца и любые кулинарные решения. Ну и, конечно же, то, что здесь очень оптимальное дно, о котором я расскажу чуть позже, потому что это очень важно. Экономит до 30% энергозатрат. А мы сегодня на этой кастрюле экономим 50%. Это самая выгодная покупка только одного дня. Давайте просто сейчас сходим в магазин и посчитаем, сколько всего вы экономите. Внимание на экран. Олег, да. Итак, смотри, вот кастрюля, например, отдельно, сколько она может стоить? Она может стоить вплоть до 1400 рублей. Ну, в зависимости. Фритюрница 3000 рублей. Да. Да, вот специальное вот такое приспособление для того, чтобы сливать вот макароны, 1400 рублей. Итого 5800 рублей мы бы заплатили в итоге. А у нас цена 1499 рублей. То есть выгода более 4000 рублей. Но самая выгодная покупка только сегодняшнего дня действует сегодня и завтра. Ее уже не будет. Успеете заказать? Да. Выгодное предложение. 3 цвета на выбор. Красный, зеленый, фиолетовый. 1499 рублей. И подарок можно получить. Посмотри, как это называется? Пьезозажигалка. Пьезозажигалка, которая всегда будет зажигать. Если вы взяли, например, уже кастрюлю и возьмете набор кухонных принадлежностей за 999 рублей, вот эта пьезозажигалка будет ваша. Очень хорошо. Ну что, поехали? Поехали. Так, скажи, пожалуйста, вот когда мы будем готовить в этой кастрюле, не будет ли здесь окисления? Хорошо. Вот нержавейку. Моя мама раньше в советское время всегда читала, чтобы было на коробке нержавеющая сталь. Только тогда набрала. Хорошо, давай разбираться. Что мне нравится в этой чудесной кастрюле? Друзья мои, то, что она сделана из стали 1810. Что такое сталь 1810? Это медицинский инструмент, из нее делают. Когда вы варите свеклу в обычной кастрюле, то у вас, как правило, что окрашивается кастрюля? Потому что, внимание, свекла имеет такой вот пищевой краситель, который окрашивает со временем. Сталь 1810 абсолютно будет идеально чисто. Но вы посмотрите, насколько удобна еще и сетка, которая позволяет нам извлечь свеклу. То есть мы не берем дуршлаг, мы не берем никакие дополнительные элементы. Отварили, почистили, сделали, например, свекольник или винегрет. Это очень удобно. Это, кстати, ты знаешь, что можно также отваривать, допустим, яйца, когда вы красите к Пасхе. И сталь 1810, она не взаимодействует с пищевыми кислотами. То есть можно сделать, например, легко, ну, например, солянку.
овсяночку или борщ оставить смело здесь, например, на несколько дней, и у вас может хороший насыщенный суп. Ну, хочу тебя еще спросить, смотри, здесь достаточно много свеклы, да. И мы все привыкли видеть маленькую кастрюлю, да, такую полненькую, но невысокую никак. И, ну, туда, конечно, так много не поместится, так. Но неважно, зато она прогревается вся равномерно. Здесь... Все-таки вытянутая кастрюля. Будет ли все равномерно прогреваться идеально? Слушайте, во-первых, это итальянский дизайн. Смотрите, цилиндрическая форма, во-первых, она оптимальна. Ну, все законы физики никто не исключал. Чем шире, тем дольше будет прогреваться. Здесь же сужено и идет теплопроводность вверх. Внимание на экран, давайте разбираться и посмотрим, в чем преимущество нашей уникальной кастрюли. Прежде всего, если мы возьмем обычную кастрюлю, то у нас происходит, как правило, только циркуляция горячего воздуха внизу. У нас же поднимается равномерно кверху. Это говорит о том, что мы прогреваем быстрее. Еще цилиндрическая форма, друзья мои, смотрите, какая удобна. Спагетти, меня учили итальянцы, ни в коем случае не ломать. Смотрите, вы закладываете вот в эту цилиндрическую форму. Самое главное, что эти сетки, они абсолютно не вываливаются. Это говорит о том, что опять вам не нужны никакие прихватки, лопаточки. Забросили. Все, после этого, друзья мои, смело опускаете в кастрюлю объемом 4,3 литра. Это говорит о том, что она вместительная. Все, пожалуйста, смотрите, опустили, и они сейчас варятся. И не прилипают к донышку. Ни в коем случае. Это тоже очень здорово. Друзья, напомню, что это самая выгодная покупка только одного дня. И вот полтора года назад, последний раз, я была в Италии у своей сестры, и она показывала похожую кастрюлю. То есть в Италии такие кастрюли обязательны на кухне. Они же любят пасту, спагетти. Они никогда не ломают спагетти. И вот благодаря вытянутой форме можно приготовить, ну, не только длинные спагетти, но и сосиски, и пельмени. Вспомните, мы иногда пельмешки вытаскиваем из кастрюльки и стараемся, чтобы водичка не попала, да, в тарелочку. Есть некоторые мужчины, как вот муж моей подруги, постоянно говорят, почему у меня пельмени опять в воде плавают? Она говорит, ну попробуй их оттуда вытащить без воды. А здесь вытаскиваем сеточку, пельмени все сухие. В общем, идеальное предложение. Три цвета на выбор, цена 1499 рублей. Успейте сделать свой выгодный заказ.